4, 2001 год, пробег 35 тысяч. Состояние мотоцикла около идеальное. Весь хром, алюминий, все в полном порядке. Для его лет прекрасное состояние. Один ключ, прикуриватель, штатные зеркала. Приборочка у нас не высушенная, пульты в прекрасном состоянии. Бак, как видим, тоже. Все у нас прекрасно работает, вилочка с двух сторон чистая, без потеков, без рыжиков, резина отличная, мягкая, тормозные диски в отличном состоянии, остаток колодок больше половины, трубы, как видим, не зажаренные, не рыжие, ничего, здесь все у нас чистенько, выхлопная тоже вся чистая, вся красивая, задний тормозной также выработки нет, остаток колодок больше половины, резина абсолютно новая. Еще пупырки заводские, единственный год, если я ничего вижу, то скажу, цепь звезда у нас отличная, год 21, с этой стороны также выхлопная вся чистенькая, амортизаторы с двух сторон шаловские, сухие, без потеков, без рыжиков, в общем мотоцикл очень красивый и в достойном состоянии.